За колючей проволокой и забором растет картошка, зреют помидоры и цветет тыква. И все это в условиях города, под окнами многоэтажки. На проезде Молодежном 11 позади дома таких мини-огородиков несколько. Вера Копчун занимается земледелием под окнами своей квартиры не один десяток лет. Вот только за это время урожай ее ни разу не порадовал. Помидоры никогда не растут, потому что позднее пока возьмутся. Сейчас зависть большая. А когда они уже не вырастут, поздно. А вообще урожай какой-то собираете? Конечно. Фасоль вот была, убрала уже. Мало того, что огород под окнами не кормит пенсионерку, так еще и портит внешний вид двора. Деревянный заборчик покосился, а поправить его женщина не в состоянии. Силы нет и сейчас вообще. И все развалилось, и нет как построить. Такие участки разводятся вне правил. Огородники не получают официальные разрешения жителей многоэтажки. Конечно, штрафовать их за это никто не будет, а вот убрать ограждение и насаждение могут заставить. А вот разбивать приподъездные клумбы не возбраняется, а даже наоборот приветствуется. Причем смотрятся они гораздо лучше несанкционированных огородов за колючей проволокой. Наталья Елистратова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».